во Львове бандеровцев все уважают, строят им памятники. А здесь, на Восточной Украине, где они даже не воевали, их ненавидят и пытаются, вот как вы. Просто я не знаю, у меня такой вопрос. У вас еще раз, скажите еще конкретный вопрос. Вот смотрите, у меня к вам вопрос. Вот есть Львов, правильно? Львов. Львов, во Львове строят памятники Бандере. Вы знаете, что там? Бандере, да. Его есть. Все люди на него там молятся. Все его а здесь, на Востоке, его, да. Его ненавидят. Ну, ненавидят. Так вот я вас хотел спросить. Можно вас спросить? Вот парадокс. Он воевал на Западной Украине, уничтожал местное население. Тогда почему местное население его уважает? А здесь он не воевал, а здесь его ненавидит. Стоп. Вы всегда говорили. Да. Вы же говорили. Да. Он участвовал в Великой Отечественной. Да, на чьей стороне, кстати, он участвовал? Он участвовал на Балканах, да? За Гитлера. Бандера воевал за Гитлера? Бандера участвовал. Он был... Вы знаете такой Роман Шухевич? Нет. А кто это? Роман Шухевич. Такой же фашист, я что-то слышал. Не, вы не слышали? Нет. Да ну я не знаю. А, не знаете? Это такая... Было такое... СС Галыча, да? Да вы не знаете? И Роман Шухевич. Я слышал, СС Галыча. Да. Вы так удивлены? Нет, я слышал Шухевич, это просто. Да, и Роман Шухевич был... Это был... Кто он был? Ну, у него было звание... Угу. Ага. Героя Советского Союза? Не, у него не было звания. У него было звание генерала СС. То есть, получается, он воевал за немцев. И Бандера воевал за немцев. На стороне... Бандера и Шухевич, конечно. А вот конкретные какие-то операции под городами можете описать? Ну вот просто я, например, хочу фактаж. Да, вот я не знаю. Я ходил его за. Ну вы же говорите, что он за немца воевал. А может какой-то фактаж, а то у вас есть какой-то. Я вам говорю. Это у меня спрашивают? Ну да, Ну я же не такой. Скажем так, это самое. То есть вы знаете, что Бандера воевал за немцев, как и Шухевич? Конечно. Кто это вам сказал? Конечно. А, кто? Я знаю его. Вы знаете его? В смысле? А как вы? Откуда вы это знаете? Ну я читал, да, историю. Ну, что мне рассказывают. А какую историю? Ну, просто я не совсем вот. Я просто вообще не знаю, я хочу просто разобраться. Хорошо. Ну, расскажите, я. Вы снимаете, хорошо. Не, ну можете. Мне интересно. Хорошо. Я не знаю. Мне просто. Ну, мне интересно, честно говоря. Ну да. Вы хотите узнать, откуда я узнал, Степан Бандера убивал наших украинцев. Вот так. Хорошо. Все, снимайте, хорошо. Все. Стоп. Хорошо. В 43-м году, помните, когда деды воевали. Да, наши деды приняли. Ну-ка. Что ты смеешься, Илья? Помните? Приняли это самое. Что у вас там было? Ну-ка. Продолжаем. Извините. Извините, он чуть-чуть тупой. Да, ну понятно. Ну вот так буду пасать. Давайте продолжим. Ну это только... Я буду пасать. Так а тут есть еще, вы будете на улице. Можно я буду пасать? Да, давайте.